Да, ребят, всем здорово, с вами кино Травадно. Сейчас мы маленько пацаны, так скажем, будем наваливать на рендер. Просто мы сегодня просто так покатаемся в бинке, посмотрим, что к чему, что да как. Сегодня маленько попробуем погонять по этой трассе, но мне очень интересно, хотя я сейчас один раз проехался, вроде как бы запомнил трек, что, где, что и как. Мы, наверное, будем гонять до тех пор, пока у нас сдохнет двигатель. Окей? На согласие. Поехали. Опасный поворот. Единственный, кстати. Там есть еще один. Управление слишком резкое. Окей. У меня есть идея. А что если мы попробуем в обратную сторону? Поехали. Отвлекнулся. Сильно. А, ну все тут понятно. Не понятно. Не проехал. Хорошо. Опять же, я попробую на этом. Блин, там и зло. Поехали сюда. А, там двигатель и колесо отвалилось. Замечательно. Гораздо проще ездить. Так, радиатор потек.
Сильно было, сильно. Не будем спорить. Хорошо. Без колеса остался. Почему бы и нет? Нормально. Нам без разницы. Интересно стало, что за асфальт там такой стоит. Очень интересно. Давайте попробуем на асфальт. Ты куда летишь-то? Заехал непонятно куда. Сразу оказался с пробитым колесом, все такое же. Особенно, поехали дальше. Машину покажу. Ладно, на этом и выясню все. Да, потому что машина полностью убита, там уже смотреть нечего. О, ну у нас есть такой вариант. Думаю, может так попробуем. Да, колесики такие неплохие прям. Вообще не рубится просто. Передний бампер. А, ну логично. Без разницы поехали так.
офигенный кзывал просто. Убивается очень быстро. Либо нежели я ни хрена не аккуратно, либо что-то происходит со мной там. Меня вот это заинтересовало, это что такое? Чё машина несет, я не понял. Это правое заднее колесо, по-моему. А мы вот это попробуем. Желтенькие. Я понял, она не красится. Сразу двигатель все подряд, ну неплохо вообще, блин. Я сейчас как кайфанул, реально. Вот это она наваливает. Блин, я это вообще обожаю. Совсем непонятно какой-то. Это просто жесть. Бампер зацепил маленький. Да, видите, как его. Я пускаю, а накосяю вот его. Я думаю, все, что можно. Что можно. Ясно, высыпаем прямо. Еще раз на той быстрой и посмотрим, насколько она хорошо пройдет этот трек, при этом аккуратно ходя в повороты. Валит она прям еще пуля. Да что ж такое-то? Я не могу никак запомнить то, что она наваливает очень сильно, и этот поворот, пробуем более аккуратно. Только.
что... Я понял. Да куда ты? Хорошо. Не, ну на этом банально что-то. На драгстере. Мы попробуем просто. Для интереса. Я понял. Я понял, рулет. Да, да, да. Блин. Сейчас мы день сменим маленько, чтобы было удобнее мне ехать. По всяким мне жили было удобно и удобно играть. Так, тайм. Вот так пойдет. Гинал. Сами. 7 секунд. Бампер. Офигенно проехал, молодец. Это еще раз. Надо домой не прямо ехать. Давай, сын, молодец. Конечно. Драфт списал, как добраться. Все, просто буквально мне все и посмотрим, какая же у нее максималочка. Чего, блин? Серьезно, почему мне казалось, что она так медленно едет по трассе? А тут нехило прям, на все 200. Ну, первое, я не добрался до 200 км в час еще, ни разу. Сам.
нет, не Формулы 1, конечно же. Да что, чтобы сделать-то? Так, стоп, сам, давай. Все как надо. Надо было тачку и все, кирдык. Просто сам на кой хрен. Не, ну наслаждение большое, то не скажу. Мне нужно 200 км в час, но я их не вижу ни хрена. Ладно, хорошо, поехали. А запомнил реально. Жопа это, просто капец. Нормально. 135, чё так мало-то? Может, должна быть быстрее. Я на ней как дал. Она... Хорошо, допустим. Мы просто поехали хотя бы. Смотра, я понял. Все, разгоняемся до упора и смотрим, что же будет. А, то есть все. Я понял. Ну, максималка 156. Отличная хрень. Сейчас пойдем на какую-нибудь другую трассу, там попробуем. Но я никогда не спамнил какие-нибудь, допустим, там... Дорогие, что ли. Второе. Так, Вискас США. Хорошо. Драйв трасса спал. Ну, короче, ребят, я пытался сделать все возможное, чтобы только хорошенько прям просто вот взять и навалить. Ну, в принципе, такой все нормально прям получается. Жесткого ничего не было, но ударов просто дохрена. Тормоза как будто не срабатывают сразу, вот 156, там, я не знаю, 130 км в час, и ты просто летишь в стенку, тупо максимально. Блин, я не знаю, что делать. Это было жестко, ребят.
просто максимально жестко для себя. Давай быстрее уже грузы задолбал. А тогда он грузится, короче, давится нам. Ай, блин. Пипец. Ну, самое что главное. Тяжесть на ушнице. Слухи, еще продолжим. Так, ну что тут у нас? Что-то хорошо, допустим, просто вот то попробуем. Вот я нормально тяну. Раз, два, три. Сейчас можем проверить все максимально, все что есть там. Мне нужно вот на ту трассу выпасть. Ни хрен знает, каким раком было.
ясно. Серьезно. Она ни хрена не едет. Я... Да на кой хрен она меня разворачивает вечно камеру? Просто попытаемся заехать каким-то раком вон туда. Окей. Давайте, я не знаю, на равнине что ли. В равнине пробуем. Просто едем вперед и все. Пытаемся выбраться с карты. Нам полетело так, чего. Стоп, сам. Нормально. Формула один. Нормально так шмальнуло меня. Вот это я идиот. Пытался пробраться, а оказалось, тут можно было спокойно выехать и уехать. И все. Поехали. Тихо там. А настолько быстро, что ее держат на замыкан. Да не поправит. Давайте вот эту тогда. Сейчас мы полностью посмотрим трек, если можно вообще не. Да подожди ты. После пуска начинает нас отмирать. Это сейчас было сильно. Аж пожарило так. Mm-hmm.
Я не знаю, каким роком сюда попал. Что опять 169, максималки не бьют. Окей. Пробуем следующее. Ну, пока без стабилизатора работает довольно-таки неплохо. Да блин. Аж как обычно. Да, кстати, скоро серия на Формула 1 будет. Ладно, я понял, поехали дальше. Смотрим максималку. Четенькая авария. Это жесткая пацана. Ладно. У меня вскочила идея. Хорошо. 800 ценос, такая. Окей. Как бы это странно не звучало, мы еще раз в стену влетим. Чё? Просто едем максималку, нихера на пути. Так, тормозим здесь. Хочу заметить такого необычного мотора. А нормально то, что я успел колесо пробить? Молодец, оно. Поехали теперь. Я готов это посмотрел. Классно. Еще раз. Вот тачка вроде такая себе. Поехали. Просто наваливаю. Типа мажорик пытается навалить по контрагранду и понимает, что у него нет тормоза. Он такой думает,
Хрен с этим. Так, чисто в заднем кресле. Да, ребят. Сам посмотрите на это. Да, я чисто в заднем кресле сижу уже. Я так чётенько смял. Смотрите, как лобаш такой ровненький стал. Какая лазика. Что, ребят, спасибо за просмотр. На этом будем заканчивать. Ставьте большой палец. Не забывайте нажимать на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.